Чтоб нам не было тоскливо, сисадмин пошел на пиво, а на сервер присобачил непроверенную хрень, от которой все программки повыбрасывали рамки. В сеть упала, не поднимут ни Виагра, ни женьшень, а поднять, однако, надо. Шеф финальный бродит рядом, и судит ума палата. Дай-ка я нажму ресет, хоть 100 порций, если хочет. Сунем корпус нерабочий, босла давит в тамагочу. Нет контакта и привет. Вообще он в курсе дела, и недель внутри пробела. Мышка вирусом болела, литры списали на компресс. Сейчас бы этого компресса для дальнейшего прогресса, и от них не гнал бы беса, поглощая интерес. По призыву мы команда, горстка ламеров мутантов, с рыдолетили шатдаун ненарочным долетом. Вроде все по умной книжке, жалиез без передышки, как прилежные. Но приехали в дурдом, ходим, бродим хороводом. 20 человек народа, даже тетя с бутербродом прибежала повизжать. Темп пробьет, как хуком в боксе, опыт 100 команд на боксе. Сервер съежился и в угол заволокся не дышать. Две продвинутые в писаки, в Делфи съевших по собаке, ковырялись в этом мраке, раздуплились с тормозов, запустились типа круто. Прочерпыхали минуту, а потом вдруг почему-то почернело это чудо. Ни туда, блин, ни оттуда, и закрылась на засов. Я не вытяну, не может. Пятый час, одно и то же, кто глупее мысли предложит. Чемпион повестки дня, пьем какао, ждем админа, как ждет мама ночью сына. Он, конечно же, свинина, но кормилец и родня. Возродился весь шатаясь, спотыкаясь, заземляясь, как обычно молвил Галлюс, и на линию огня, зацепившись за три шнура, типа лёд для перекура, фейсом об клавиатуру. В нас надежды хоронят, и под длительным наркозом алкоголя с папиросом, глаза, ухо, горло, носом по три клавиши нажал. И поверите, включилось, завелось и запустилось все, что раньше стопорилось. Он всегда нас поражал. Объяснение в эпилоге. Зарубите, люди, лохи, чтоб админ не сделал ноги, похмеляться не пошел. Ставьте в серверной пивасик, и тогда герой-проказник не исчезнет ни на часик, и всем будет хорошо. Ставьте в серверной пивасик, трехлитровку лучше тазик, и тогда герой-проказник не исчезнет ни на часик, к вам придет в контору праздник, и всем будет хорошо.